Мы все пришли на манифест юного скрипача Ильи Еремеева. Он учится в гимназии номер 12 музыки и театра. Также у нас здесь присутствует его концертмейстер Александра Лозинская, Маша Шостаковича. Рассказ. Я уже ждала Илюшку, он вот 8 марта у нас родился, должен был родиться. И я поехала в свою командировку очередную на север, Тухарскую тундру. То есть я такую специально куртку объемную надела, чтобы никто не испугался, потому что со мной были мужики там такие, северяне. Если бы они узнали, что я беременна, они меня точно, наверное, с собой не взяли. В общем, мы на двух вертолетах добрались до стойбища оленеводов. Это миллионеры-оленеводы Каярины. И в этот момент у них как раз родился малыш. Его зовут Владик Каярин, и у нас возникла идея снять фильм о двух мальчиках. То есть я вернулась домой, благополучно родился Илюшка 8 марта, и мы начали следить, как они растут. Этот фильм я вообще поразилась тому, что мальчик 4 года и размышляет вообще как взрослый человек, задает вопросы, вообще он мыслит как по-взрослому, такие какие-то проблемы у него, он их видит. Я вспоминаю, и почему я родился? Должен мне было и не родиться.
Сынок, а зачем, как ты думаешь, люди приходят на эту землю, рождаются на земле на этой? Для чего люди? Я думаю, что была на планете радость для этого. А вообще я восхищена. Восхищена вашим воспитанием мамы и папы этого мальчика. Столько сил у вас уходит на него, и самое главное, у вас не опускаются руки. Знаю этого молодого человека очень давно, но вот так вот я не видел ни разу, я прям удивлен, мне порадовало. Очень молодец, талантливый мальчик, спасибо ему, что... Однажды твой преподаватель спел под гитару песню группы One Republic. Английский. Count Stars. Как она называется? Counting Stars, считать звезды. Здорово, а ты ее исполняешь или... Ну, нет? Пою и играю на английском. Ешь и играешь, нам исполнишь? На английском. Да. И маленькое еще объявление. Вы фильм видели, да? Его снимал в качестве оператора мой старший сын Антон.